считаете? Знаете, что такое? Черная гамарина. И немного охры. Три краски, запомните. Охра. Охра. Черная и гамарина. Черная охра и гамарина. Начну работать. Смотрите. Это коричневая красочка. И вот сейчас коричневой красочкой начинаю рисовать по холодной. Посмотрите, коричневой красочкой по холодной рисую. Работаем очень быстро. Красочка. Но не так сильно, даже вот если нужно подтёк, не страшно. Сейчас вот вы пишете. Еще раз смочите, чтобы бумага была сырая. Теперь я беру еще погуще краски. На кисти краска должна быть густая. То есть я почти... Вода уже есть на бумаге. Она размешает. Вода уже есть на бумаге. Она размешает. Краску накладываете густо. Я густая краска. Thank you.
здесь ставится. Получается, просто движение в комнате. Если промахнулись сильно, ничего страшного, еще раз говорю, это не страшно. Главное, чтобы вот это первое ставление, оно было мягкое. Называется быстрый подмалёв к сыру. Быстрый подмалёв к сыру. Он должен, как бы, кролик должен высохнуть. Обратите внимание, серая краска, это ультрамарин чёрный, и, естественно, окра светлая и коричневая. То есть у нас, мы не пишем зелёными, жёлтыми, чистыми, этими, мы читаем. Я когда говорю вам, вы быстренько берёте себе эти бумаги, записываете. Листочек светлее, где-то темнее листочек. Кролика оставьте.
У вас нормально, сейчас веточки рисуйте. Ну что, где-то по сырому берем. Пишите, пишите. Гуще красочку возьмите без воды и прям проводите линию сверху вниз, старайтесь. Листочки пишем. Я беру оранжевую красочку, добавляю туда коричневый, и вот где-то вот листочки чуть потеплее беру, чуть холоднее их, чуть посветлее. Они тоже разные, где-то темнее, где-то светлее. Никогда не пишите одинаково. Это создается такой линий. И до касания по краю мы тоже будем рисовать. Готовы? Коричневую краску я беру, добавляю ультрамарина и начинаю прорисовывать волосочки, работаю с середины, по краям мы не делаем. Если кто по краям попытается, у него получится такая вот, ничего страшного, вот этим плечиком мы его потом сотрем. Вот, и вот видите, с середины. А мы намочили его заранее, вот сейчас не второй надо, раз? По сухому, да, работаем? Да, по сухому работаем. У нас уже намачивание произошло. Только руку уберите, посмотрим, что получилось. А, Берта Бюрера. Альбрехт. У нас Берт. Мы редко такие работы делаем. И вот последнюю работу я решил. Давайте мы ее сделаем. Многие художники именно края делают жестко, но это делается для того, чтобы подчеркнуть что-то. Это делают мастера. Кстати, посмотри, как красиво пион светится. Ну ладно, поехали дальше. Вот как штришочек у нас появляется. Тут тоже мы пытаемся. Акварель, ну пусть она такая же. Хотя мы в прошлом году всю акварель оставили полностью мягкую сырую. Но в этом году мы решили попробовать поскольку. Художник постоянно должен экспериментировать. Он не должен оставаться на том, что он делает. Если художник повторяется, значит ему нужно или сделать персональный выставку, и тогда он будет ставить за видите, я выкладываю, немножко занимаю, сохраняю цвет, и так шагом у нас сегодня работает очень много. Я вас делаю только со середины, края мы не делаем. Получилось, и я буду делать, чтобы у нас получился.
еще раз, кто не слышал, палитра у нас состоит из трех красок. Умбра натуральная, черная, ультрамарин. Если умбра натуральная нету, то будет какой-то темный коричневый красочек, и у вас может получиться. Ну, например, когда мы писали кролика Гуанчука, можно тонкой кистью белую красочку делать. Мы с вами делаем, конечно, это акварель. Акварель, она тоже даст эффект. Вот. Мы только работаем с середины. Пиши, звони, рассказывай, как там дела. Пока. Получается первый козоточек, второй козоточек и третий козоточек. Самый первый, он самый сложный. Да? Здесь нельзя одинаково прорабатывать.
стул клея побольше, тесни, чтобы сидеть буквально в сутки, двое. И тогда может у вас что-то появиться. Где-то я промахнулся, мы клейчиком сотру. По краям путь я не делаю, но попробую с середины. Начинаю. Такой нельзя в эфире. Кстати, я позвонил в декабре 26-го, у нас был последний звонок. 26-го, там вот я по-шорски работаю, там сильно ультрамарином не работаю, не добавляйте сюда коричневую красочку. Смотрите, я так вот немножечко не спеша, пошагово, мы сегодня его забацаем. Тут кто-то будет рисовать его. Так, вот видите, вот где-то белое я оставляю. И по форме накладываю штришки по форме лапки. Это можно проследить, как работал художник Дюрер. Там по форме, видите, лапки. По форме. Шорстка вот так вот. Всю потихонечку мы ее так вот выкладываем. Как штришочек у нас получается, как будто это гравюра. Видите, вот. До краев мы не делаем края, пока мы потом отдельно напишем. И еще у меня к вам просьба. Я посмотрел, у вас штришочки должны быть плотно-плотно друг к другу. То есть они далековаты. Вот вспомните, как вы карандашиком рисовали. Вы попробуйте вот эту методику использовать. Ну, если она у вас не получится, это тоже ничего страшного. Вы попробовали эту методику. Надо всегда ставить эксперименты, работать в разной технике, подглядывать, как работают хвосты. А мастерство приходит с опытом, с годами. Вот так постепенно, пошагово. Видите как? Работаю я очень быстро, потому что, ну, надо еще подсказывать, там, понемногу. Вот видите, я как бы заворачиваю штришочек сюда, вот так вот. Вот так, так все. И тут с этой стороны у нас идет. Ну, естественно, где-то светленькое я оставляю. Это такой пушочек меха. Я не все заштриховываю. В тени я стараюсь прорабатывать потемнее. Я уже тебе сверху пошел уже. Вот так вот. И сейчас тут лапку вот эту могу. Такое плечо. Вот у нас получается штришок. Вы, наверное, думали, что я не смогу такую технику сделать, да? Не ожидали от этого. Но это бывает. Всегда не знаешь, откуда оно. Ну, я как-то один раз прорабатывал. У меня был такой кролик. Пушистенький, только другой. Это техника. Добираемся до хвостика. Такой вот у нас. Закрутили у нас хвостик. Если мы где-то промахнемся, мы флейчиком вот этим флейчиком можем стереть. Но должна быть хорошая бумага. Мы еще видите, как бы используем технику. Вот в тени старайтесь добавлять коричневую краску. Ультрамарин, он дает холод. Вот видите, у нас как бы плечо здесь получилось. Мы его сразу поставим. Так, вот этот я свет ставлю, а с этой стороны он такой, как я. Тени я сделаю пока коричневее. Вот так. Вот я его так покоричнее и потемнее, и пошире кисть накладываю, пошире. А тут тонкая штриховочка.
Одну дальнюю лапку мы просто ее затрем и все, мы не будем ее штриховать, дальнюю лапку. Мы то, что на свету будем прорабатывать. На свету. Ну, а я думаю, откуда эта техника, почему она нравится? Это как техника туши пера, видите? Мы так варенье делаем. Где-то штришочек я делаю потемнее, где-то светлее. Главное по краям, ну, ни в коем случае не дорисовывать края. Только в середине. Тогда он будет, да, как бы живой. Такой вот. Это все вот так. Тут вот потемнее надо. Ну, конечно, красочки. Не доделаем. Я скрин посмотрю. Обязательно. Там просто. Да, явно надо его поддерживать всего. Потом я буду вокруг глаза писать. Тщательно прорабатывать мелкие детали. Это такая вот работа небольшими штришочками. Мы по мягкому, гладкому методу небольшими штришочками прорисовываем. У нас вот получается такой вот знаете, свеженький. А крайне мы вещи сильно не прорисовываем. Я тут затру. Это вот промахнулся волосочек, а вот здесь вот можно немножко его поправить, висит. Так, и тут вот где-то белую шерсточку вот так вот, видишь, по краям я ее делаю. Это можно, потому что у нас такая вот рисовальная работа получилась. Вот здесь вот немножко, заодно штришки вот эти грязные вот делаю. Дома можно нарисовать котика, собачку на Новый год. Тигра, кстати. Тигра можно нарисовать. Вот тигра. Это такая техника. Но стараться по краям не делаю. Я только вот здесь вот у него подшерсток такой вот. Я его, видите, немножко забелю. Почему лучше сейчас это сделать? Потому что если мы будем
смывать середину, мы испортим те линейные штришочки. Чтобы этого не было, мы лучше сейчас вот сделаем. Ну еще мы усики нарисуем, естественно, это уже в конце. Так вот ушко давайте еще поправлю здесь. Вот так вот ушко поправлю немножечко. Хитрая техника. Ну, много лет назад я говорю, как вы делаете, только на другой. Ну там не все тоже рисовали, не получилось. Потому что нужно было делать, сделать пошагово.